Так, ну, первый период был такой, так скажем, выстраивались в игру, так скажем. Где-то были моменты, конечно, могли реализовывать и выигрывать, уже начать в первом периоде, но, так сказать, начали, ну, атаковать больше в втором периоде, и тем самым пошли ошибки у соперника, и как бы мы воспользовались и пошли забитые голы. Это стряхнуло этот гол у нас, и как бы, ну, мы атаковали, просто там чуть-чуть нам не хватало, и, ну, пропустили, но потом все равно обозлились, и сразу же получилось забить, и в итоге мы вели игру всю. Ну, команда игрок, конечно, да, все стараются, бьются, то есть все стараются выполнять тренерскую установку, где-то даже болельщиков, чтобы порадовать где-то. Потому что, ну, учитывая, сколько пришло даже на определенную, то есть мне понравилось, прям сумасшедшая поддержка, спасибо им большое. Ощущения, конечно, ну, положительные, только радость. И посмотрим, что будет в сезоне. Работаем. Так что спасибо тоже команде, подбодрили, где-то помогали, просто когда приехал, где-то в новой команде, новый коллектив. И где-то помогли просто мне. Как по приезду сразу меня поставили, то есть как бы с этими же игроками продолжаю играть, и где-то им должное тоже спасибо, конечно, партнерам, где они выводят там. То есть получается, да, пока все хорошо. Будем работать дальше. Атмосфера, ну, только, так сказать, хорошая. Будем еще усиленнее готовиться, и 5 числа у нас такой важный матч, так скажем, войти в сезон сразу надо. И будем, то есть надо выигрывать. И приходите, будем биться за вас и будем радовать.